папа, билеты в цирк! Мы увидим летающего человека! Мама, мама! Капитан Битбой, посмотрите, билеты в цирк! Мы увидим летающего человека! В среду 7 июля состоится первое и последнее выступление таинственного феномена человека двойной звезды. Чудесный полет без скрытых механических средств. Человек двойная звезда – большая загадка. Его никто не видел, кроме директора цирка. Я, как директор цирка, сразу же потребовал документ. Но он дал мне визитную карточку с буквами АД. Потом поднялся, постоял в воздухе над моей головой и опустился. Я был потрясен. Тайную полицию интересует его внешность. Извините, господин министр, но у меня такое чувство, что он здесь. Извините, господин министр, я много видел интересных людей, но он редкость даже для меня. Да-да, внешность. Словом, я видел, несомненно, богатого человека. Я предлагал ему миллион, но он отказался. Я спросил его, зачем ему нужно это выступление. Он сказал, когда его долго не видит зритель, его дар слабеет. Я ничего не понял. Может, он пошутил? Как он выглядит? Он молод, великолепно одет. В этом альбоме все великолепно одетые молодые люди, прибывшие в наш город. Посмотрите и укажите, кто из них похож на вашего феномена. Извините, господин министр, но здесь нет фотографии этого человека. Может, я плохо помню? Вы свободны. Надеюсь, господин министр, вы не отмените представление. Алло? Чапи, братец, как здоровье короля и моей дочери, твоей племянницы? Все в порядке, Салли. Король, как всегда, в нормальной опасности, а твоя дочь затмевает всех умом и красотой. Это плохо, Чапи. Ум и красота делают женщину более несчастной, чем мужчину. Пора бы ей замуж. Замуж. У нее честолюбие, Салли. Наше, родовое. Человек – животное не родовое, а видовое, Чапи. Он царь, либо раб. Алло, алло, сади, сади. Да, Чапи, я очень жалею, братец, что ты ничего не знаешь о летающем человеке. Плохо, брат, плохо. А если частные агенты обнаружат его раньше тебя? Нет, сади, я приму все меры. Признаться, я не очень верю в это чудо. Но если эта птичка действительно летает, то тихо посади ее в клетку. Королю не следует об этом знать. Когда чуду нет объяснения, это одинаково вредно и для толпы, и для короля. Я понял, Сади, понял. А где же двойная звезда? Ничего не понимаю. Двойная звезда, двойная афера. И директора цирка надули, и нас. В
Гуна знает все европейские языки, изучает астрономию, архитектуру и даже электротехнику. Учителя прочили ей большую славу. Но, к сожалению, наша любимая племянница, как клоун Арси, ни во что не верит и ничему не удивляется. Не смешно, печально. Как можно жить без веры? Милый дядя, нет веры у людей, есть страх. Посмотрите, никто не верит в чудо, но все боятся его. И вы, дядя, тоже боитесь. Как бы ни был высок человек, а страх всегда выше. Господин директор, в цирке паника, а двойная звезда еще не пришел. Господин директор! Без паники! Только без паники! Там же наш номер! Все по программе, все по своим местам! Он придет, он обязательно придет! Куда девать цветы? Клоуна Арси срочно на арену! Успокойте публику! А вот пришел Арси! Он все знает, он все видел! Он нам скажет, где двойная звезда! Арси, где двойная звезда? Мама, мама, смотри! Моя алая птица! Капитан, посмотрите! Дамы и господа, вы оскорбили красоту, и вот, что вы получили взамен. Я тоже хотел бы летать, как птица, но с тех пор, как мы спустились на землю, никто из нас не одолел оков земли. Сильнее нас закон земли. Если тот, кого вы ждете, может опровергнуть это, тогда я, Арси, уйду из цирка. Вот тогда свистите, стучите, орите. Это меня не обидит. А сейчас не оскорбляйте красоту вашей грубой измены. Арси! Ведь только вчера вы бросали ей цветы. Я, конечно, вам не пара. Я обыкновенный человек. Вы достойны быть королевой. Боже упаси, Галь. Нет более зависимых людей в нашем королевстве, чем король и королева. Что вы, Галь, разве вы изменили обо мне мнение? Но я никогда не изменяю мнений и привязанности. Я не артист цирка. Меня зовут Друт. Я прост, как все. Во мне странно только то, что я могу сделать невозможное. Но невозможное сегодня сбывается завтра. И я пришел сюда, чтобы возбудить ваше стремление к идеалу. Чтобы вы ощутили тайну гармонии физической красоты и духовного совершенства. А тайна эта в вашей душе. Душа ваша — огромный блистающий мир, недоступный ни крупному злу, ни мелким желаниям. Путь в тот мир без дороги. Он освещен вашей мечтой. Маэстро, сыграйте, пожалуйста, что-нибудь плавное. Mom!
Где он? Где-то спрятаны большие зеркала. Это кажется, что он летит. Да пусть поиграет, как голубь. А петли он может сделать, как аэроплан? Пусть опустится ниже. Это обман. Падай. Почему ты не падаешь? Мы хотим видеть, как ты грохнешься. Падай. Человек не может летать. Падай. Вот оно, гневное око страха, безверия. Оно сильнее притяжения земли. Если никто не поверит в меня, я сорвусь в эту пропасть. Ну что же ты, звезда? Летай. Мы за этим пришли. Заплатили, не жалеем. Хорошо видеть ловких людей. Вот и наши ребятишки рады. Летай же. Стойте, доложите мне лично, никому больше. Идите. Никого сюда не пускать! Дамы и господа, не перекрывайте выходы! Никого сюда не пускать! Прекратите панику! Черт вас возьми! Они сорвутся. Если погубишь одного, считай, погубил род человеческий. Если спасешь одного, считай, спас весь род человеческий. Спустись, Друт. Они хотят от тебя что-то. Всем редакциям разослать секретные циркуляры. Забыть о необыкновенном происшествии. Упоминать о нем строго воспрещается. Фотографии и статьи изъять в архив номер 5. Вопросы. Господин министр, как быть с очевидцами? Уже слухи достигли таких размеров, что... Места, подобные цирку, не слишком авторитетны. Поговорят и забудут. Впрочем, дайте статью критическую о том, что в цирковых афишах слишком часто упоминают опасность и смерть. Циркачи действительно рискуют. Некоторые из них кончают плохо. Что же произошло с этим типом? Пусть журналисты придумают сами. Кратис, найдите опытного агента, пошлите его в тюрьму, и пусть он заставит его работать на нас.
О том, как и почему летаю, показаний давать не буду. Поверьте, я не сумею объяснить вам так, чтобы вы поняли. Запирательство бесполезно. Вы отказываетесь служить за деньги, вас приговорят к каторге. Посадят в клетку и будут изучать, как мышь. На что вы рассчитываете? На восторг толпы? Наивно. Вряд ли кто всерьез поверил в ваш полет. Вот номер завтрашней утренней газеты. Здесь статья. Она сомнет впечатление самых легковерных зрителей. Несчастный циркач пытался уверить, что для него не существует законов, созданных природой и Богом. Но, к счастью, вскрытые электрические моторы сгорели, а шарлатана контузило током. Охрана! Я сейчас! Это вы что же делаете? А? Часовой! Часовой! Ну, помоги, чего стоишь? Ну, давай, тяни, живей! Ну, тяни! Ну! Ну! Здесь не цирк. Здравствуй. Здравствуй, Руна. О, я слышал, библиомания твое новое увлечение. Что же, прекрасно. Значит, ты скоро будешь моим серьезным соперником. Но пока я могу тебя кое-чему поучить. Хочешь, я тебе назову тайные фамильные достояния? Например, Нострадамус. О, Нострадамус. 1550 год. Так. Фамильная собственность Вейс. Вейс? Вы хотели бы иметь эту книгу? Я? Не смейтесь, дядя. В нашей стране вы король среди собирателей древних книг. Не спорю, Руна. Но если ты волшебница, достань мне его. Возьмите. Как? Нострадамус. Нострадамус и Безбутлера. Во имя всех святых, какой дьявол похитил для тебя это? Гратис! Принесите хрустальный футляр. Революция. Землетрясение. Неужели этот виноторговец весь пустил свою библиотеку с аукциона? Нет, я отдала ему взамен свою ферму со всеми угодьями и древностью. А, сумасшедший Вейс. Что с вами, дядя? Да, Руна, такие дни нечасты в нашей жизни. Сегодня ты будешь ужинать со мной. Гратис, сегодня я буду ужинать дома. Это королевский подарок, Руна. И я должен для тебя сделать нечто равное. У тебя есть какие-то желания? Да, дядя, у меня есть желание, но, может, оно невозможно? Ничего нет невозможного на земле, ты это сейчас доказал. Но я ведь еще не сказала. Ну хорошо, поговорим за ужином. Это
это массовый гипноз! Иллюзион! Вот пишут в газете, полуголодный циркач. Да ну тихо, вы, болтуны! Это приезжий грек. Он жил в нашем отеле. Бетси убирала его комнату. А ну-ка, Бетси, расскажи им, что ты видела. Чего это я буду даром рассказывать? Пусть платят. Ну вот. Заглянула я однажды в замочную скважину. Я и теперь вся дрожу, как вспомню. Сидит он в кресле и говорит: обожаемые, любезные мои конечности. И снимает левую и правую ногу. Колени мои подкосились, но я смотрю, а он снимает левую и правую руки. А потом он снимает голову и бряк ее на пол. Это очень интересно. Простите, Бетси, а чем же он снимал голову, когда у него не было рук? Не платим, Бетси. Если вы там у себя в цирке фокусничаете, то не значит, что все мошенники. Почтенный клоун, вы напрасно обидели Бетси. В ее рассказе есть доля истины. Если человек летает, он может позволить себе отвинтить руки. Я же говорю, автомат! Как у Вебера, автомат шахматист, так и это. Автомат, человек, аэроплан. Дураки! Я же видел. Он летел. А вы циркачи много видели. Это я говорю вам, Арси, который много видел и ничему не удивляется. Вы напоминаете мне ослиное царство. Да, там кто не осел, урод. Автомат, циркач. Арси уходит из цирка. Битбой, возьми нас на корабль. Мальчик будет юнгой, я буду кочегаром. Вы слышали? Арси уходит из цирка. Да, я покидаю ваше общество. Вам это не понять. Редко кто достигает берега истины. А мы здесь барахтаемся и тонем в кружке вонючего пива. Как мелка и отвратительно эта глубина для человека. Что? Что такое? Что? Битбой! Сохрани мальчика! Он же погибнет здесь! Папа! Папа! Не верьте газетам! В Сурбагане есть летающий человек! Я видел, он летел! Это говорю я, Арси, который все видел и ничему не удивлял! Только религия даст вам обитель, недоступную влиянию законов общества и сильных мира сего. Только в ней вы обретете свободу. Этот ваш блистающий мир души, это и есть Бог, не так ли? Скажите просто, зачем я вам? Просто так просто. В одно прекрасное утро, когда будут звонить колокола главного собора, вы спуститесь с неба на площадь, где соберутся люди. Потом вы можете исчезнуть навсегда. В любой стране у вас будет все, что вы пожелаете. Вы согласны? Если вам нужно обдумать наше предложение, я подожду до утра. И утром я скажу нет. Отключите. Грантом, ответьте мне как психолог.
перед чем еще может не устоять человек? От денег он отказался, от славы тоже. Что еще? Никто еще не устоял перед соблазном власти. Из нормальных людей. Поэтому нормальные меня мало интересуют. Моя область — патология. Министр тайной полиции дает ужин вашей дочери. Подключите. Сумею ли я выполнить твое желание, Руна? Я министр тайной полиции. Это много. Но нередко бывает так, что именно эта должность не дает мне возможность сделать то, что я хочу. Я слушаю тебя, Руна. Обещайте не перебивать меня. Ну, бог мой. Конечно же, я выслушаю. Говори. Мой частный агент сообщил мне, что некий секретный узник особой тюрьмы и летающий человек одно лицо. Я хочу знать, почему он арестован, дядя. И прошу вашего разрешения, тайно или явно, как возможно, посетить заключенного. И это все? Не смотрите на меня так. Гратис, обратите внимание на эти частные агентства из самоявленных сыщиков. Довольно они хватали нас за горло. С этой минуты я начну их уничтожать. Всех! Прости, Руна. Руна, я допускаю мысль о том, что человек когда-либо летал. Больше того, я допускаю, что человек обретет эту способность летать, об этом много иносказаний в древних книгах, которые мы с тобой любим. Но что произойдет, если человек полетит над городом? Это чрезвычайно опасное явление и пока подлежит карантину. Я ответил на твой первый вопрос. Объясни мне ты, почему ты хочешь видеть этого человека? Ну, это как ваша любовь к редкой книге. Ну, хорошо. Но есть условия. Руна, тайна эта пока неизвестна даже королю. Я жду решений твоего отца. Думаю, что он уничтожит его. Ты должна хранить об этом молчание. Если нет возражений, я напишу приказ коменданту. Согласна? Милый дядя, я на все согласна. Скорее пишите приказ. Я еду переодеваться. Прошу. Вам разрешено свидание в чрезвычайных условиях. Знакомая вам дама пробудет с вами 3 минуты. Такова воля высшей власти. Вот как. Предупреждаю вас, 53-й. Ведите себя пристойно. Здесь не цирк. Кто вы и зачем? Я скажу потом. Я пришла вам помочь. Я вам не верю, вы слишком красивы. Поверьте, я искренне с вами.
вы были свободны. Я свободен всегда, даже здесь. Я хотела сказать, вы могли бы спасти многих, и меня. Вас? Умоляю, бегите, иначе придет человек и уничтожит вас. Кто? Мой отец. В этой стране все его рабы, даже я. Все. Кто он? Миллиардер Сати Даугави. Я вспомнил вас. Это вы крикнули мне в цирке. Эти белки закалены в Азии особым способом. Они режут железо, как хлеб. Прошу вас, бегите. Ну, хотите, я стану перед вами на колени. Цель мне ваша не ясна, но... Вы доверились мне. И я поверил вам. Где мы встретимся? В летнем замке Даугавита, в обсерватории. Ваше время вышло. До свидания. Господин Грантон, есть еще одна великая сила, перед которой не устоять. Это любовь. Психологи полагают, что любовь возникла тогда, когда исчез матриархат. И мужчина установил свое господство над женщиной. А ваша дочь, похоже, хочет сама им владеть. Впрочем, в аккадском эпосе есть сказание о том, как дикий человек полюбил жрицу любви и стал человеком. Моя дочь... хочет быть не жрицей любви, а жрицей власти. Это вы что делаете? А? Где вы? Я тут, сержант! Что там слышно? Тихо, как в гробу. Несмотря на фантастичность этого явления, я, как президент Тайной Академии, повелеваю отнестись к нему со всей серьезностью. Я только что получил сообщение
что факт летающего человека установлен и не подлежит сомнению. Прежде всего, мы должны выяснить причину этого явления. Положим, это из области физики, господин Торп. Новые явления всегда кажутся безумными, ибо наше мнение о своем уме несколько преувеличено. Это мы тут, в тюрьме, пришиблены яблоком Ньютона. А там, на свободе, оказывается, яблоко летает. Но если это так, то, как сказал доктор Стиви, здесь конец физики. Первое отделение в озерный зал. Второе отделение в рамотную пещеру. Третье отделение на верхнюю галерею. Остальным занять свои посты. Алло, алло. Здравствуй, Чеппи, как здоровье короля и твоей племянницы? Король в нормальной опасности, а твоя дочь, боюсь, что ее дядя поплатится головой за ее увлечение. Да, Чеппи, он полетел в сторону Кораллового острова. Если тайна острова и шара откроется, ты действительно ответишь головой. Да. Да, Садя, виноват. Но, Садя... Алло, алло. Да, я слушаю тебя, Чаппи. Я подумал, что ты бросил трубку. Уверяю тебя, что сегодня клетка захлопнется. Он должен быть у Руны. Знаю, Чаппи, я прослежу. Ты не веришь, ты не доверяешь моим людям. У людей вроде бы нет уставов и принципов для неверности. Но почему-то в душе все люди неверны. Я тебе прощаю эту человеческую слабость только потому, что ты мой брат. Но в последний раз, Чаппи. Гратис, усильте охрану Кораллового острова. Когда ты рассказал, что было в цирке, я вспомнил песню про альбатроса. Крылатый путник, жалок на земле, поется в песне той. Зря ты их дразнишь. Может, какой-нибудь мечтатель задумается, пытаясь что-то понять. Каждый день я собираю мертвых птиц. Они летят на свет и бьются о фонарь. И твой мечтатель, он больше не поймет, чем дано ему понять. А как поймет, сошлют его на этот остров, как тех ученых и меня. За что тебя сослали? Да кажется, и зря. Я был когда-то скульптор. Однажды мне заказали высечь из скалы миллиардера Садди. Он сам позировал мне. А кто его видал хоть раз, того ссылают на этот остров. Но король был милостив ко мне. Я здесь смотритель маяка. А где твоя семья? Жена от родов умерла, а дочку грудным ребенком миллиардер Садди поселил в тот замок в подземелье. 18 лет ее там держит. Кормят хорошо и одевают. Учат грамоте при электричестве. Называется этот опыт. Можно ли приучить человека жить без солнца? И вот сегодня на аэроплане ее отвезут к Сади. Там ей впервые покажут солнце на закате дня.
что будет с нашей девочкой, подумать страшно. А зовут ее Тави. Атрики-тики Тави. Жестоко, милость короля. Страной правит не король. Миллиардер Садди Долговет. Его никто не видит. Даже с королем он говорит по телефону. Король его боится. Первый, второй баркас, туши весла! За мной, цепью! Эй, Степс! Я тут, сержант! Что там слышно? Тихо, как в гробу. Сейчас не до шуток, спускайся вниз! Что-то много солдат. Уж не война ли? На, переоденься. Вижу, я тебя порядком утомил. Да, в ушах как колокол гремит. Привык я к тишине. Кончился мой срок, тебя прислали сменить меня. Когда-то я был уверен, что решу задачу этого шара. Теперь твой черед. Отгадай-ка, почему эта махина весом в 10 тонн крутится и не падает. Как видишь, машин нет, под землей тоже нет. Может, на небе? А, это не мистика. Это очень искусное изобретение этой цивилизации. Значит, есть силы, которые могут преодолеть трение, тяготение. Какие это силы, мы не знаем. У света тоже есть масса, но он летит, преодолевая силы притяжения планет. А у света, как и у шара, есть тяжесть. Я знаю. Но Садди не должен этого знать. Пока наука в его руках, ученый должен думать о последствиях своего открытия. Сила, о которой вы говорите, может саму Землю снять с орбиты и швырнуть ее в бездну Вселенной. Левый фланг! Цепью! Соблюдай дистанцию! Правый фланг! Растянись к берегу! Ничего не сделаю плохого. Ой, я куда-то падаю. Ой, где мы? Все хорошо, Тави. Господин Грантон, можно мне снять повязку? Боже упаси, Тави, ты ослепнешь. Не смейте стрелять. Благодарю вас, мистер Грантон. А кто это там говорит, мистер Грантон? Никого нет. Это ветер. Тебе показалось. А что такое ветер? Ветер? Это...
Мистер Акунахара, маг из Японии. Мистер Гратис. Гратис, я оставляю вас с нашим гостем. Только не говорите с ним о магии. Акунахара не цирковой иллюзионист. Магия для него дело всей жизни, как для вас служба. Благодарю вас, но кроме преданности службе у меня есть и другие достоинства. Я говорю о главном, без которого все остальные ваши качества ничто. Как я ждала. Я не ждавшая никогда. Я тоже думал о вас. Много и хорошо. Боже, это люди моего отца. Не бойтесь их. Нас охраняет сила моего доверия к вам. Они нам не опасны. Вы видите глазами, я мыслью. Мысли видит лучше. Ваш отец ждет. Что скажете вы? Я тоже жду. Но прежде я вам покажу кое-что. Может быть, тогда вы скажете то, что я хотел бы услышать от вас. Вы согласны? Да. Тогда обнимите меня. Закройте глаза. Забудьте про все и только не бойтесь. Купил эту девчонку грудным ребенком. 18 лет ее содержали в помещении без окон, при электричестве. Боже мой, это же мой отец. Я не видела его с 5 лет. Учители внушали ей, что так живут все люди. Запрещено было при ней упоминать слова, такие как... солнце, звезды, луна, ветер и так далее. Держу пари, она свихнется, как только увидит солнце. 10 миллионов моя ставка. Не жадничайте, Блюм. Один публичный дом вам приносит доходов в 2 раза больше, а у вас их сотни. 50 миллионов, она свихнется. В чем же суть эксперимента? Если человека долго держать под землей, он не захочет жить под солнцем. Ставлю 100 миллионов. А вы, Нельф? Та же сумма на смерть. Крот погибает под солнцем. Ой.
Тави, сейчас ты увидишь солнце. Тебе никогда не говорили о нем, потому что до сих пор оно не было в опасности. Но сегодня оно светит последний день. Простись с ним, Тави. Солнце — это жизнь на земле. Смотри, Тави. Тави, 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 сейчас, Тави. Что вы, Друд? Что с вами? Если кому-нибудь плохо, я не помогу. Я не смогу летать. Вы с ума сошли. Из-за этой подобной мышки вы погубите и себя, и меня. Она жива? Тай, Тай. Она ослепла? Жива. Тай. Поднимите ее! Быстрей! Пусть смотрит! Уже заходит солнце. Грантон, уничтожьте этот материал. Остатки уберите прочь. Шутка оказалась пресной. Не все так интересно, как казалось 18 лет тому назад. Если вы хотите иметь бездушных рабов, не обязательно совать их под землю. Нужно уничтожить эту цивилизацию, создать новую из двух видов людей, рабов и господ. Тогда мы не будем иметь таких сюрпризов от природы, как этот летающий человек. Живет. Это там. Они сказали мне неправду. Оно вернется. Да, Тави. Они сказали тебе неправду. Почему они это сделали? Не знаю. А вы оттуда? Да. Возьмите меня с собой. С вами будет хорошо и спокойно. Ты веришь в это? Да. Красивая девушка. Глаза. Зачем? Мы сейчас будем взлетать. Взлетать? Да. Тогда я буду смотреть. Хорошо.
Там живут люди. Они тоже никогда не видят солнце? Они его так часто видят, что почти не обращают на него внимания. Ваша дочь хочет поговорить с вами по телефону. Доброе утро, девочка. Ты уезжаешь? Будь счастлива. Но мы же не виделись, папа. Ты же знаешь, что это исключено. Я не вижусь ни с кем уже 15 лет. Папа, если хочешь... Я поймаю его для тебя. Только пусть не мешают мне твои люди. Не стоит, девочка. За все хорошее, что делали для меня люди, я слишком дорого платил. Я уже давно не пользуюсь ничьими услугами. Я покупаю и продаю. Я не отдам тебе его, папа. Я посажу его на цепь. Пусть он летит через поля и горы. За ним будет тянуться цепь. Тысячи кузнецов день и ночь будут ковать на ней новые звенья. Он будет мой. Я знаю, как его поймать. Его видят только в этом районе, но он пока неуловим. У меня есть газ. 24 часа, и он уничтожит все живое в городе и окрестностях. Это пока рано. Задача большой охоты – поймать его, но не уничтожить. Иначе мы будем все в проигрыше. А, собственно, почему вы преследуете его? Ведь он же не совершил никакого преступления. Неуловимость страшнее преступления. Мы призываем науку к тому, чтобы найти способ поймать его и постичь тайну этого явления. Наука сделать это пока бессильно. Перед вами члены Союза Большой Охоты, доктор Стиви. В вашем распоряжении все банки. Скажите, что вам нужно? Один великий мыслитель сказал, наша страна утратила идеалы, она стала плодить толстосумов, жалких деляг, завистников. Падение наше будет быстрее, чем падение Рима. В этом виновны вы и ваши банки. Неправда. Из этих банков сотни миллионов идут на создание университетов и библиотек. Это не благо. Профессора ваши куплены.
Какой-нибудь физик или химик прикидывается благообразным чудаком, а сам изобретает оружие для уничтожения человечества. Вы оскорбляете науку. Вы ренегат, предатель. Мне 80 лет. За мной есть один грех, в котором мне не хочется признаваться самому себе. Я служил науке из страха, так же, как и вы. А теперь я не боюсь, а верую. Нерелигиозно верую в науку на благо людей. Я мог бы теоретически объяснить тайну шара, но это значит погубить нашу планету. Этот грех я не возьму на себя никогда. Ученый должен служить правительству своего отечества. Да, если правительство моего отечества не против всего человечества. Я пришел к тебе, девочка моя. Я рад тому, что ты, как и я, враг ему. Он не должен жить, Руна. Влияние его огромно. Есть люди, их легионы, они обречены на бедность. Но если он озарит их души свободой, они пойдут на смерть. Этот человек должен исчезнуть. И сделать это должна ты, Руна. Он пока не уловим. Я много думал. Он связан с тобой какой-то мыслью, и он придет к тебе. Ко мне он больше не придет. Нет, он придет к тебе, Руна. Ты уснешь летаргическим сном. По всей стране будет объявлен траур. Он придет к тебе, я не буду мешать. Силы оставляют меня, я сломан. Начинай ты, но следуй моим принципам. Если ты победишь его, у тебя будет все, весь мир. Другого пути у нас нет. Пусть будет траур, папа. Но если он придет, я должна сама его забудьте, как волна забывает волну. Забудьте. Забудьте.
Забудьте, забудьте, забудьте меня, как сон. Сильнее тебя закон земли. Забудьте, забудьте меня, как этот сон, как волна забывает волну. Забудьте. Да, папа, я здорова. Я вылечилась сном. Во сне я видела его мертвым. Это вещий сон. Теперь я поняла, что он не опасен. Он мечтатель. Сильнее его закон земли. Не надо его ловить. Отмени траур по мне. Траур отменить нельзя. Пусть считай, что ты воскресла, Руна. Ты еще надеешься. Ждешь. Но если он придет, я не отдам тебе его, папа. Забудьте, 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 как волна забывает волну. Забудьте, забудьте. Я вижу, вы до сих пор не можете забыть того летающего человека. Ты ей не говори. Пусть не знает, что я отец. Я же здесь навечно. Почему? Ты с нами полетишь? Нет, я жить там не смогу, отвык. И вам не надо бы лететь. За нами началась охота. Ох-хо, жить надо проще. Ну скажи, зачем летаешь ты? Ради славы. Какая слава? Я слышу пады всякий раз, когда летаю. Правильно. Кто живет просто, без гордости и лишних желаний, тому и боги завидуют. У тех людей все просто. И мысли, слово, и дело. Так живут рабы, но их смиренье зло. Все мы во зле погрязли, как мухи в меде. Ты всех не победишь. Победитель не тот, кто победит тысячи человек. Победитель тот, кто одолеет сам себя. Зло у нас самих. Нет зла во мне, ты же знаешь. Иначе я не смогу летать. Прости, я должен вас покинуть. Ты бы не ходил к Руне. Ты погибнешь. Сердце твое не защищено от зла. Я чувствую, что ей сейчас очень плохо. Эй, Степ! Я тут, сержант! Кто там с
слышно? Тихо, как в гробу. Сейчас не до шуток. В городе траур, Руна умерла. Нет, она не умерла. Но ей плохо, и она ждет меня. Я должен ее увидеть. Да, Тави? Не знаю. Я верю вам. Да. Гратиса, снимите людей, наблюдающих за Руной. Следить будете вы. Опасайтесь. У нее много телохранителей. И она их меняет время от времени. Теперь у нее японец. Она выдает его за мага. Идите. В доме нет посторонних. Гратис. Его надо убрать. Я ему не доверяю. Что бы ни случилось, ждите в арабском дворике. Я позвоню вам, когда будет нужно. Вот так. Не смейте стрелять. Не смейте стрелять! Посмели войти сюда. Убирайтесь вон. Эй, кто тут есть? Замок пуст, Руна. Как? Люди вашего отца перебили охрану. Я их. Вы дьявол. Кому вы служите? Никому. Я люблю вас. Я говорил, служба не главное мое достоинство. Вы ждете его? Вот он идет. Не смейте. Прошу вас. Ради вашей любви. Ради любви я и убью его. Идиот. Вы ревнуете к рабу, вместо того, чтобы набросить на него цепи. Ступайте в арабский дворик. Я позвоню вам, когда будет нужно. Вам предложено уйти из замка. Уйти придется вам. Что с вами? Я ждала вас. Я верила. Но я боялась, что вы не придете.
теперь я твердо знаю. Только вы можете спасти меня. Труд. Вы должны овладеть миром. Что было в цирке, будет везде. Я дам вам деньги на постройку дворца. И люди всех стран будут преклоняться перед вами. И если сейчас вас хотят уничтожить, то потом одно ваше условие. Я или они. И земля скажет «ты». И тогда я, мы. Нет. Да, я мог бы поработить всех, но тогда и вас. Цель эта для меня отвратительна. Я ухожу. Я понимаю, где слабый ненавидит, сильный уничтожает. Вы сильные. Куда вы? Прощайте. Я не пущу вас. Вас уничтожит мой отец. Я же вам предлагаю власть. Деньги, славу, мою любовь, в конце концов. Я мог бы вас любить, но не служить. Забудьте меня, как сон. Прощайте. Постойте. Постойте. Постойте! Но помогите же мне! Я хотел тебе помочь, Руна. Ты могла бы разглядывать землю, как цветок. Но ты захотела, чтобы вся земля глядела на тебя, как на цветок. Он ушел от тебя, девочка моя. Когда я был моряком, мне приходилось бывать в разных странах. Они красивы, удивительны. Но везде я тосковал по родной земле. Как будете вы там? Мы полетим в страну, где все люди братья, Степс. Там говорят так. Сделаешь зло одному, сделаешь зло всему человечеству. А сделаешь добро одному человеку, считай, сделал добро всем людям. Что я хотел спросить тебя? Как это ты летаешь? Вот и Тави тоже. И ты бы мог, как Тави, если б не боялся оторваться от земли. О, как в песне поется. Крылатый путник жалок на земле, но не крылатый, жалок в небе. Тогда прощай. Прости. Прощай, Тави. До свидания. Будь счастлива. И вы тоже.